15 часов в Москве, это лайф, и мы продолжаем. Главная елка страны отправилась в путешествие до Кремля. Два дня срубленное дерево упаковывали, и теперь вот оно отправилось в путь. Давайте посмотрим. Светит, да? Почему она? Почему на 6 минут? Организация. Что можно сказать об этой еле? Ей 110 лет и высотой она 30 метров. Срубили елочку на территории Иствинского лесничества в минувший четверг. Ну а общероссийская новогодняя елка, которая украсит вот это дерево, пройдет 26 декабря. Праздник будет проходить в Государственном Кремлевском дворце, и туда приедут 6 тысяч детей со всей страны, и вот они будут смотреть, наслаждаться вот на эту главную елку страны, которую, безусловно, красиво украсят. Это у девушек идеальными считаются 90-60-90. У лесных красавиц другие параметры. Как же выбирают главную елку страны? Давайте посмотрим.